Корнео гель, протектор роговицы глаза и стимулятор процесса регенерации роговицы глаза. Формы выпуска, гель. МНН, амперсант, амперсант, дикспантенол. ФТБ, регенерация ткани и стимулятор. Состав. На 1 грамм геля, активные вещества, дикспантенол, 50 мг. Вспомогательные вещества, цитримид, динатриаэзотат, карбамир, натриагидроксид, вода для инъекций. Описание. Прозрачный или слегка опалисцирующий бесцветный легкотекучий гель. Фармакотерапевтическая группа. Прочие офтальмологические средства. Коса от ЭХА, S01XL12. Фармакологическое действие. Протектор роговицы. Стимулирует процессы регенерации роговицы. Оказывает противовоспалительное действие. Фармакокинетика. Карбамир не проникает в ткани глазного яблока вследствие высокой молекулярной массы и не абсорбируется в системный кровоток. Карбамир увеличивает продолжительность контакта водного раствора с эпителием роговицы, тем самым пролонгируя действие дикспантенола. Показания к применению. Эрозии роговицы, ожоги глаз, кератиты различной этиологии, дистрофические заболевания роговицы, профилактика повреждений роговицы при ношении контактных линз. При лечении инфекции роговицы бактериальной, вирусной или грибковой этиологии препарат применяется в качестве вспомогательного средства, сопровождающего основное лечение. Противопоказания. Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата. Следует использовать с осторожностью у пациентов с хронической почечной недостаточностью, а также при беременности и в период лактации. Способ применения и дозы. Закапывают по 1 капли 3-5 раз в сутки, в зависимости от тяжести и выраженности жалоб. Побочные эффекты. Аллергические реакции, приходящие, затуманивание, зрение, ощущение жжения, местное раздражение глаз. Передозировка. Данные по передозировке препарата отсутствуют. Взаимодействие с другими лекарственными средствами. В тех случаях, когда проводится дополнительная местная терапия, интервал между введением корнерогеля и других препаратов должен составлять не менее 5 минут. Корнерогель следует применять последним. Особые указания. В период лечения препаратом не рекомендуется ношение мягких контактных линз. При использовании контактных линз следует снять их перед закапыванием и вновь одеть через 15 минут после инсталляции препарата. В период лечения необходимо воздерживаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций. Тубу необходимо закрывать после каждого использования. Не следует прикасаться кончиком пипетки к глазу. Применение в детском возрасте. У детей препарат применяется по назначению и под контролем врача. Форма выпуска. Глазной гель в тубах по 5 грамм. Одна туба вместе с инструкцией по медицинскому применению в картонной упаковке. Срок годности 2 года. После вскрытия тубы препарат следует использовать в течение 6 недель. Не использовать после срока годности, указанного на упаковке. Условия хранения. При температуре не выше 25 градусов Цельсия, в защищенном от света, недоступном для детей месте. Купить корнерогель можно в аптеках своего города.